Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вручил пятерым школьникам первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ символизирует и гражданскую принадлежность, и готовность войти во взрослую жизнь. Паспорт – это не только новые возможности, но и новые обязанности. Я желаю нашим ребятам успехов, всего самого доброго, чтобы у них все получалось, чтобы они родители радовали и, конечно же, добивались огромных успехов. Волнение, радость и гордость – весь спектр эмоций испытали ребята, получившие свои первые паспорта. Теперь перед ними открываются новые возможности взрослой жизни – путешествовать, вступать в молодежные общественные организации. Теперь я счастлива, то, что мне появился паспорт, то, что я могу исполнять то, что хочу, сделать банковскую карту свою, собственно говоря, там пойти работать, вот, и многое всего получить. Уже по традиции ребята приходят на церемонию вручения паспортов всей семьей. Каждому ребенку важно чувствовать поддержку в самые радостные дни и услышать теплые слова от родных. Мирного неба над головой. И чтобы у них счастье было в будущем. Поступили учиться, доучились в школе хорошо. И радовали родителей. Торжественное вручение паспорта – это важное событие, которое помогает юному гражданину осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием. Поэтому особое внимание в округе уделяют воспитательным и молодежным проектам. Хочу тебе вручить вот такую обложку от «Движения первых», чтобы ты всегда, каждый день смотрел на нее и помнил важные слова. Быть первым трудно, но не быть труднее. Спасибо. Этот день для ребят, без сомнения, станет отправной точкой к новым достижениям и возможностям. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.